Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это игра Варроботс. Рад приветствовать вас, ребята, в своем ангаре. Первое, что мы сделаем, это зайдем в рояль. В рояле мы поиграем, покрутим по одной бесплатно, как обычно. И это мы сделаем Raven, 20 деталей, 200 деталей. Начинаем игру и бесплатно один разок крутанем. У меня, кстати, токенов 730 в чемпионском контейнере мне дали. 280 токенов, 1000, и у меня теперь 730. Не понял юмора сейчас. Чё за хрень? 1700 деталей Ревена? Чё, серьёзно? Да ладно, вы чё гоните? Да ну нафиг. 1700 деталей Ревена, Ревена 1100 деталей, Ревена 850 деталей, Ревена 700 деталей, Ревена 550 деталей, 375 тысяч серебра, Ревена 300 деталей, бустер, Ревен 200, 15, 10, 10 ключей, 113 тысяч, 113, 375, что за хрень, 375, что не 300, не 400, не 350, 113, почему не 115 или 100, почему 113, блядь, пятница 13 сегодня, да нет, сегодня 30, 75 тысяч серебра, что за хрень, прям, нифига, короче, у нас получилось, я пока сейчас обмозговывал, блин, в голове, что за хрень, а сейчас в голове у меня кипело и бушевало, короче, нам закрутили гайку в рояле по поводу деталей. Теперь голда, она вообще, ну, блин, пропала она совсем. И еще детали. Ребят, нам понерфили. У нас такие вот призы 1700, 110, 850. Это даже, я не знаю, 2800, да, 3650, 3650, 400, 4700. Короче, 5000 деталей выходит за раз, да, 375 тысяч серебра, 112 500. Обалдеть, ребята, обратите внимание, 112 500 деталей, а, блядь, у нас написано было, извините, у нас написано было тут 113 тысяч, блядь, 113 тысяч, 113 тысяч. А тут пропало 112 тысяч. А, мы исключили, ёпшкин, извините. Мы исключили. 113 исключили, тан-тан-тан. А, пропало, думаю, нифига себе они дают. Ребятухи, обалдеть. Вот, 112 тысяч 500. 500 деталей, ой, 500 серебра никуда взяли. Типа, блядь, это НДС. Ну, давайте откроем. 10 ключей выиграл. Обалдеть, охрененный приз. Ну, в общем, нормально. Да, ну тут платная тоже или бесплатная. 200, подожди, сколько тут? 40, 40 тысяч, 200 тысяч, да? Серебра. Давайте проверяем вправо, справа оно. Каким образом там? 40, 40 тысяч, 200 тысяч. Ну, здесь вот округленно, а вот почему-то на Ревена ни хрена не округленно. Давайте бесплатно крутанем. 10 деталей мы выиграли. Ни хрена себе. Обновить призы 500 голды? Да ну нафиг, вроде токены были. Блин, 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 Ревен. 1000 голды? И хера себе! Где мои вещи? Собираем вещи, уебываем с игры. Это раз, два. Два болта сразу, две гайки затянули на болтах. Детали уменьшили. Я не удивлюсь, что еще и стоимость увеличили в токенах. Но это проверять я не буду. В общем, обалденно, ребята. Я в рояле в шоке. У меня даже мурашки по коже бегут. Насколько нас просто ёбнули головой об стену. Вот такой факт. Рояль теперь вообще... Ну, я в рояле не заходил. Сейчас в рояле тоже буду заходить ради одной бесплатной попытки. Но там абсолютно теперь не знаешь, что тебе... Даже ради чего туда заходить, просто даже не знаю. Чтобы в одну попытку что там могло выпасть. А если только бустер на один час каких-то непонятных ключей. Обалденно. У нас в мастерской ничего не поменялось.
Кстати, а где объявление разработчиков, что рояль поменялся? Как бы люди, например, тоже... Блин, давайте зайдем. Зайдем на официальную группу. Сейчас зайду, ребят, на официальную группу ВКонтакте. Корзина оружия 26 октября. Я вижу запись закрепленная. Конкурс расцветок завершен. О, да, это потом читаем. Астрофемус разыгрывает на стриме 6 роботов Фалькон. Кто заметит на обложке пасхалку? Что-то, короче, непонятно. Хэллоуин. Так. А вроде разработчики-то, ребята, говорили, что теперь будут обо всех изменениях такого рода говорить заранее, предупреждать. Дело в том, что, например, ребята, которые были в рояле, они хотели накопить токенов и выиграть этого робота полностью, например, Ревина. И получается, что сейчас они этого сделать не могут, потому что Ревен был уменьшен. И если бы разработчики за пару недель или за месяц объявили о том, что все детали будут уменьшены, то люди бы, ребята, токены прокрутили. То есть сейчас, получается, они убрали голду и не оповестили всех. И сейчас они уменьшили детали за роботы, тоже не оповестили всех. То есть они два раза кинули, короче, народ с их токенами. Вообще обалденно, разработчики гениально делают. Может быть, даже не разработчики виноваты, а виноваты те админы, которые в официальной группе ВКонтакте сидят и на Фейсбуке. Они должны предупреждение делать. Возможно, они об этом знали, но не сделали, поленились или просто не подумали, как это сделать. Там дело в том, что вообще ужас какой-то. Да, я, ребят, честно говоря, в полном шоке. Я в полном шоке, 2 часа 53 минуты. 76 ключей, все, я не знаю, что еще делать в этой игре. Склеиваем, ребят, ласты, ну его нафиг. Фух, да, я в таком шоке нахожусь, конкретно. Даже не знаю, в какой режим идти. Давайте в гонку за маяками сходим. Там еще, кстати, кто-то разыгрывает 5 роботов. Так, давайте возьмем спектра. Пара-пам-пам-пам-пам. Я, ребят, честно, я в шоке, в каком-то легком шоке. Хотел 3 боя нормально отыграть, таких интересных. И получается, что ни хера не получается. Кумихо, ребят, завалили, настроение, как говорится, упало. Ниже плинтусоидного, там один парень прыгает. Инквизитор сейчас забирает этот маяк. Мы забираем этого парня. Ха-ха. Классно, мы его убили. Хотя, может, и не я его убил, но, по идее, должен был я его завалить. Сейчас парень непонятно нахера там на центре гуляет. А, далеко, да? Вот этого спектра мы сейчас точно забубенили. Шикарно. Просто закошмарили его. Чиманщи с клана Уа. Ау или уа, блядь. Чуть под шоки не попал. Лео там меня заморозить хотел. О, чертов Лео. Ну ничего, ребят, ничего. А вот сейчас под шоки попал. И под арканы попал. Давайте возьмем. Блинский. Там напугаем. Блин. Ой-ой-ой-ой. А, не, нормально, убили. Инквизитор там сейчас. У меня зарядка есть. А, сзади, что ли? Бля, да кто ж там сзади-то прискакал? На таранах парень, да? Интересно, убьет его? Нет, чтоб мне воскреснуть. Ну, по идее, должен убить. Убил, да, маяк захватываем. Отлично. Давайте возьмем Скорджа. О, тут прям нихера народу повоскресало. Все хотят надрать красноперым задницу. Вот это непонятно, почему по центру идет. Инквизитор. Прям таки дурак какой-то, что ли, блядь. Сейчас, подожди, братан. Нихера себе, чё за хуйня, я его убить не смог. Блядь, чё за нахер, почему в него дамаг не проходил? Да ну нахер, блин. Чё за хреноботина?
Что-то у меня пухи ослабели. О, сейчас перезарядочка, ребят. Помогаю, помогаю. Давай, давай, давай. Отлично. Здоровски. Три маяка тащат. Не, я не буду подходить. Ты тоже, пилот, бы не высовывался, хотя у тебя там пушек нет уже. У гаранта улетел. Сдох. Пилот Борже. Давайте свалим нахер отсюда. О, еще и ракеты летят. Да, перезарядочку сделаем. У нас же разработчики кнопку перезарядки так еще не ввели. Я, ребята, хз, но у меня прям не прет играть вообще сейчас. Рояль понерфили, вообще жуть. Детали уменьшили. За голду сделали замену призов. Вообще-то ни хрена не предупредили. Как-то странная хрень. Как животные мы, что ли? Вообще, нас за игроков считают или нет? Сейчас он его убьет, придется прыгать назад. Да, прыгаем назад. Нихера он бегает, блядь, быстрее, чем я! Сразу перезарядочку сделаем. Бля, прыжок у меня, конечно, ослабевает. Но там парень, походу, какой-то проснулся. О, классно его захуярили. Все наши маяки мы выигрываем. Пока что. Красноперые все прыгают, почему-то по центру бегают, непонятно. Для чего? Ну там сейчас маяк отожмут, это к бабке не ходи. Кстати, вчера был день рождения у Азамата Бабаева. Я забыл его на видосе поздравить. Азамат Бабаев, поздравляю тебя с днем рождения. Кто не знает, это мангуст. Сейчас маяк там забирает, но это им не поможет, им очень долго придется ждать. Ничего страшного. Вот когда еще один маяк на нашей базе заберут, тогда да. В принципе, там можно пойти сейчас на левый фланг. Попробовать Або-3-зама захерачить. Не знаю, насколько это получится. На арканах, блин. А, он там далеко, да? За зданием. Еще к тому же прыгнул. Понятно. А, и, блядь, я, короче, тоже лоханулся. Пипец. Короче, ребят, я лоханулся нахер просто. Вот и захватывают наш маяк. Да, пипец, ребятухи. Вот и наш маяк захватывают, этот четвертый. У меня и робота-то нормального нет. Но я как бы этом тоже вот на базе респанулся, чтобы маячок захватить обраточно. Да, маячок я захватил, ну, чтобы шансы были выиграть. Давай, парень, убей его шоками. Блять, вот что это за хрень. Отлично, отпиздюхали парнишку. Там того парня надо, наверное, ёбнуть. Ты, наверное, его ёбнешь, да? Блин! Это Скорджи? Блядь, это гидры. Хуя гидр боюсь. Гидр бояться не надо. Вот этого бояться надо. У него два аркана, блядь. О, нихера себе! Завалил поцака прям. Один гидросракер остался. Ну, давайте его сейчас будем хуячить, если доживем, конечно. Убегает гидросракер. Нам как бы второй прыжок нужен. Давай-давай, гидросракер, у нас минута есть. Ага. Не, нормально, теперь все зашибись. Теперь не уйдет. Отлично. Но он может воскреснуть. Ну все, мы победили. Ой, ребята, нормальный бой. Но новости, конечно, печальные. Дамага тоже маловато, но это вообще прям ни в какие ворота не ходит. Настроение у меня упало, ребятухи, я думаю, что у вас тоже. Тоже настроение упало. 2500 деталей прокрутить. Остальные тоже платно, ну платно, да. Тоже жесть, короче. Вот тут 50-40 тысяч, 200 тысяч серебра. Да. А тут какие у Эмбера призы? 100 тысяч, 150 тысяч. Зачем они, я не понимаю, сделали 113 тысяч? Ёшкин-матрёшкин. 112 тысяч 500, такое, да? Пипец. Ребята, извините, сегодня короткий ролик. Нет настроения дальше играть. Сегодня, ну его нахер. Завтра поставлю, буду качать тулумбасы.
по новой экономике, блин, по старой экономике, пока есть ивент, прокачаться должен за один день 18 часов в Тулумбас вместо 3 дней, и это, в принципе, неплохо. За 3 дня можно качнуть остатки Тулумбаса в МК-1 12 уровня. Я с вами, ребят, прощаюсь, с вами был Братуха, и просто Варроботс, игра, которая выходит на новый уровень жадности. Вроде так можно даже видеоролик назвать. Спасибо всем. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.